нету. Чьи-то бошки лежат, висят на голове. Наш. Дать в глаз попал. Вот ты где! Продолжайте вести огонь! Откуда ты взялся, ниггер? Ладно, вы хотели бы, чтобы я погеройствовал? Пойду и погеройствую. Давай, потанцуем, кто круче. Так-то. Хм, странно, почему нам не начисляют опыт? Кувалда, обрез, противопехотная мина. Зачем ему столько вещей? Ядерный выстрел. Ладно. Возьмем. Кочный гранатом. Стипидар. Отменный выстрел. Костыли. Гранатомет. Да, неплохо мы его уделали. Так, чем бы еще теперь заняться-то? Соберем, наверное, трофеи. Ты сколько ж у вас тут толстяк поломанный? Ну, толстяк. Так, еще костюмы. Нет. Так, мы продолжаем. И, наверное, куда бы и пойти. Пойду туда. Так, что у нас есть? Здесь куча всякой херни. Пойдем вниз, там какая-то колоннада. Так, штурмовая винтовка. Охотничье ружье починим очередной раз. Блин. Почему такая хреновая штурмовая винтовка? Ладно, выберем получше. Сюда! Тут еще бьются. Так, судя по звукам, кто-то со снайперской винтовкой. Ладно, пошли на второй этаж. В темпе. Отлично. Все, слег.
чинимся, чинимся. Все время чинимся, чтобы ничего не упустить. Снайперская винтовка. Супер крутая снайперская винтовка. Так, патроны. Граната, кинь. Выбежал такой, молодец, удалец гранаты. А если бы мы все взорвались бы? Ни о ком не думает. Какие мажорки. Что ж у вас так много всего-то? Так, по-моему, мы, если возьмем у Дзидана квест, то мы должны будем сюда идти. Что-то я не очень хочу сюда идти второму разу, поэтому я все сделаю сразу. Так, что тут еще патрон с картечью? Турель неплохая. Уйё! Что-то вас дохера, чуваки. Наслаждаемся зрелищем. Отлично. Не убиты, но покалечены изрядно. Минус один. Блин, грёбаные лаги. Отлично, еще один придурок. О, следующий уровень. Замечательно. Сразу качаем ремонт. Ну, все тут то же самое. Так. Взлом. А почему бы и нет? Пускай будет взлом. Так, интенсивная тренировка. Дуэлист, кровавая баня, стойкость. Крепкий хребет. Команда. Так, крепкий хребет. Дуэлист. Возьму крепкий хребет, это мне пригодится. Чтоб тебя, блин, что ж ты... Кто с другом? Что ж ты сразу-то не сказал? Что, там много друзей? Убирайтесь отсюда. Обычно они не всех ловят. Странно, почему здесь нет супермутантов без собой? Наверное, из-за того, что мы маленького уровня.
Собачье мясо подобрал случайно. Так, что тут дальше? Ну ладно, сейчас узнаем. Все глубже. Бобти! Бобти смерти? Живучий-то. И опять ремонтируемся. Так, так, так. Подвигаемся, подвигаемся. Скелеты. Это интересно. Ничего нету. Ну нам ничего и не надо. Еще ниже. Это интересно. Конференц-зал. Ну взглянем, взглянем. Так. Так, уравняли их шансы. Лёп. Надо открыть эту дверь. Так. Отлично. Ну, молодцы. Закроем эту дверь. Чтобы нам никто не мешал. Привет. Я Андрей. А ты кто? Ты с собой подружку привел? Молодец. Так, 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 отлично. Тетерково. Коричневый ящик, блок сигарет. Финные деньги. Ядерная батарея, браска, аптечка, два стимулятора. И всего-то. Что, больше ничего нет? Ну ладно. Я на вас не в обиде. Пришло время чинить все охотничьи ружья, которые я нашел. Вон их сколько. Ладно, следующим. Отлично. Будем торговать охотничьими ружьями. Тут прикольно. Открывайте. Повелеваю. Повелевает. Откройся. Вот так-то. Неплохо так. Классно. И машинка, и крышки. Да, последний, как Грисмен, был очень прикольный чувак, видимо. Так, что тут есть еще? Ладно, пойдем сходим на второй этаж.
никого. Странно. Обожаю. Надо починить дробовик. Сейчас у меня, конечно, есть чем его чинить. Отлично. Ух ты, компьютер.